Виртуальный концертный зал открылся в Мурманской областной филармонии. Теперь северные зрители смогут насладиться концертами прямо из зала Чайковского, который находится в Московской филармонии. На первом дистанционном выступлении побывала Ирина Ремезова. Всероссийский виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации. Благодаря ему даже самые удаленные населенные пункты страны смотрят прямые трансляции концертов и являются активными участниками культурной жизни. За 3 года существования более 100 городов открыли свои виртуальные залы. Теперь пришла очередь и столицы Заполярья. Сегодня вот первая программа – это «Венский блеск», это «Виртуозы Москвы» под управлением Спивакова. Первый концерт – это будет вот посвященный Штраусу в исполнении замечательного прославленного коллектива. Специальное видеооборудование передает реалистичную картинку, на которой видны малейшие детали и даже эмоции на лицах музыкантов. А настроенный по всем канонам звук создает эффект полного погружения в атмосферу зала Чайковского. Первый концерт собрал практически полный зал. Мы очень надеемся, что этот проект одобрит наша публика. Это ведь не что-нибудь, а действительно будущее наших театров. И я надеюсь, что мы теперь будем смотреть эти концерты вместе со всей страной. Проект имеет серьезную социальную направленность. 200 бесплатных абонементов были направлены в соцслужбы, которые распределили их среди подопечных. К тому же стоимость одного посещения всего 100 рублей. Правда, виртуальные концерты пока будут показывать всего лишь раз в месяц. Следующее такое представление состоится 28 ноября.